Идет бой. Я уже успел потерять 44-ку, забрав с собой при этом один танк и самоходку противника. Дальше по ходу боя наши силы были выбиты из центральной части промзоны. Противник уже вышел на окраины. Он владеет инициативой и теснит наши части. Наконец-то вступили в бой подоспевшие резервы, в том числе тяжелые танки ИС-2. Ну и пока идет контратака и исход боя не ясен, я немного поделюсь своими мыслями по поводу танка ИС-2, образца 1944 года из игровой вселенной War Thunder. Танк широко известен как в игровых реалиях, так и в реальной жизни. Модификация 44 года отличается главным образом усиленным бронированием лобовой части корпуса путем спрямления верхней лобовой плиты и доведения ее толщины до 120 мм. Необходимость улучшения лобового бронирования танков серии ИС стала очевидна еще на танке ИС-1, когда стало ясно, что броня танка поражается существующими противотанковыми средствами противника. В конечном результате, после произведенных улучшений, ИС-2 стал одним из наиболее бронированных тяжелых танков Второй мировой войны, вкупе с впечатляющей огневой мощью. В игре ситуация немного другая. Давайте рассмотрим танк более детально. Боевой рейтинг этой машины 6,3. Его наиболее опасные противники – Королевский Тигр с башней Хеншеля, британский Карнарвон, американские Т-34 и Т-29. Они находятся на немного высшем боевом рейтинге 6,7, что говорит нам об их большей эффективности, так оно и есть. Орудие Д-25Т предоставляет игроку великолепную огневую мощь. При пробитии вражеского танка тот в большинстве случаев уничтожается одним выстрелом. Понятное дело, бывают исключения, например, при попадании в двигатель. Бронепробитие топового снаряда БР-471Б хватает для большинства вероятных противников в лобовой схватке, вплоть до того, что на средних и близких дистанциях можно пробивать Пантеру и Ягд-Пантеру в лобовую часть, если те стоят к вам прямо. Тигры первые теоретически уничтожаются при попадании в силуэт, хотя бывают непонятные рикошеты. Проблемы возникают с королевскими тиграми. КТ с башни Хеншеля можно пробить лишь в щеки башни, если он отвернет ее от вас, либо НЛД, если тигр находится выше вас. Можно попробовать также повыцеливать мелкие уязвимые зоны. Британский Карнарвон стоит пробивать в НЛД под башню, в крышу башни. Американские тяжелые танки в НЛД. Стоковый снаряд ИСа будет хуже за счет большей рикошетируемости от наклонной брони. Поэтому, пока не открыли топовый снаряд, избегайте стрельбы по наклонной броне. Однако недостатком, который сильно компенсирует великолепное заброневое действие и неплохую бронепробиваемость, стала скорострельность. Крупный калибр, раздельно-гильзовое заряжание сделали свое дело. Скорость перезарядки на экипаже экспертов у меня составляет чуть более 22 секунд, что хуже практически всех вражеских танков. Стоит ли говорить, что на один ваш выстрел может произойти 2-3 вражеских? Другими недостатками большого и мощного орудия являются низкие углы склонения, минус 3 градуса, и недостаточная скорость поворота башни. То есть, если противник оказался в задней полусфере танка, скорее всего, вы уже не успеете среагировать. К сожалению, бронирование не обеспечивает вашу выживаемость на время перезарядки. Игровая возможность ложить снаряды практически в пиксель позволяет регулярно выцеливать ослабленные зоны лба башни, толщина которой около 100 мм под прямым углом. В самое бронированное место, лоб корпуса, никто не стреляет, все целятся в башню либо нижнюю лобовую деталь. При попытке выставления ромба открываются уязвимые щеки лба корпуса, поэтому либо НЛД, либо щеки, и так практически 100% уничтожение при пробитии вашего танка каморным снарядом. Недостатки бронекорпуса в некоторых случаях можно сгладить, пряча НЛД, либо играя от обратного ромба, преимущественно в городских условиях. Да, в городских условиях танк в целом чувствует себя более уверенно.
Относительно тесная компоновка танка и количество членов экипажа в игровых реалиях также не сопутствует выживаемости. Танк в прокачанном состоянии имеет неплохую динамику и, что стоит отметить, хорошую скорость заднего хода, что облегчает уход с боевой позиции на перезарядку после выстрела. Хотя далеко не всегда из-за рельефа местности удается воспользоваться этим преимуществом. Правда, поворачиваемость на ходу плохая из-за большой длины танка. Бонусом против легкобронированной техники будет ДШК на башне. Что у нас получается в итоге? Тяжелый танк, который плох в лобовых противостояниях, поскольку легко пробивается, который не всегда может сделать первый выстрел из-за недостаточных УВНов и скорости поворота башни. А если противник не один, или вы промазали, то второго выстрела вам точно никто не даст сделать. Как средний танк также не подходит, поскольку не хватает динамики и маневренности. Мои попытки быстро занять выгодную позицию, как правило, заканчиваются фатальным приветствием уже прибывших вражеских пантер или других танков. Как же тогда играть на этом танке? Играть надо сейвово. Быть охотником-одиночкой на вражеские танки не получится. Мне кажется, необходимо выбирать либо тактику непосредственной огневой поддержки, то есть следуя во второй линии союзных танков, прикрывать их и поражать наиболее опасных врагов меткими мощными выстрелами, либо действуя на флангах группой или взводом танков, блокируя обходы вражеских средних и легких танков, окружая вражеские силы. При размеренной и продуманной игре, или если вы попадаете в топ, а это происходит довольно часто, то можно показывать даже неплохие результаты игры. При спешке или попадании против британцев часто становится плохо. Если выбирать между ИСом 2 и Т-44 на этом же БР, то 44 во всем, даже в броне, лучше, в силу своего небольшого силуэта и отсутствия уязвимого НЛД. Единственным минусом против ИСа будет бронепробитие, ну и не такие 90% ваншоты. А так, при лобовой встрече с КТ, например, вы оба его не пробьете, но у 44-ки будет шанс либо обойти, либо отступить. У ИСа, скорее всего, нет. В свое время я выбрал ИС, хотелось ваншотилку, купил на него талисман и выкачал на нем печальку и имбочку. То есть и Т1, и Объект 906. Да, сливы были часто, даже в начале боя, просто из-за неосторожности, но в целом танк доставил. И имеет место быть. По 10-бальной шкале, где единицу получает японская птуровозка, а десятку из 6 в расцвете сил, из 2 44 года получает твердую 6. В аркадных боях, думаю, он играется еще лучше, поскольку завезли динамику, а по крестику можно хоть и редко, но метко выписывать красные карточки вражеским танкам. Если у вас свои мысли на этот счет или другие предложения, оставляйте свои комментарии. Спасибо, до встречи!